остальные 6 месяцев я объяснял актерам, что такое лебедь. Ну это же глупо и нелогично. Он же загнется через год, максимум через 2. Не говори так. А как? Я просто уверен, закончит где-нибудь под забором. Эдик, я прошу тебя, ну не надо так уходить, ну... Их отец, Наум Абрамович Ремейк, царственный небесный, дай ему Бог здоровья, переехал в Мариуполь еще до революции. Простите, какой Наум? Какой Наум? Ха, Наум Абрамович! Откуда ж ты, бедная? Я рано ночку из хутора пришла. 3 дня не ела, не пила. Выгнали меня из дома собственные деточки. Дайте мне! А то помру! Очень хорошо. Значит так, брат, мы ее из реанимации перевели. Ага. Пустяковое отравление, она, в общем, не наша больная. А. Так. Температуру мерили? Мерили температуру. Сколько? 37,2. Перемерите, здесь все 38. А как она? И вообще она должна лежать в гинекологии на сохранение. Давайте выпьем за Филиппа! Ура! Ура! И мама шикарна! Ya no fumes, cabrón.